Выпускной не за горами, а значит, самое время задуматься о наряде. Выбираем идеальные варианты вместе с актрисами фильма «Школа». Конечно же, хочется быть королевой бала. Но это не значит, что нужно надеть платье-торт. Может быть, это и красиво, но уж очень неудобно. Ты идешь для того, чтобы развлекаться, а не для того, чтобы получать драйв, кайф, а не чувствовать себя... Не наступите, сюда я не засяду, потому что мне места не хватит, и так далее, и тому подобное. Нет. Аналогичный, но удобный вариант. Комплект с пышной, укороченной юбкой. Данный наряд состоит из двух частей, в данном случае из корсета и юбки, поэтому он очень удобен и практичен, поскольку впоследствии вы можете этот корсет надеть с джинсами и пойти на романтическое свидание. Платье в пол – еще один непрактичный вариант. Выпускной – это не красная ковровая дорожка, где главное красиво постоять под прицелом фотокамер. На выпускной я бы в нем не пошла, потому что я бы не потанцевать, не... Ну, точно не пошли бы никуда гулять там в парк, по городу. Уж точно в нем неудобно. Тот же фасон, но в два раза короче. Совсем другое дело. Ну, универсальный вариант, который можно надеть не только на выпускной, но и на любое другое мероприятие. Платье с пиджаком или с болеро и ярким шарфом. Универсальные варианты на каждый день. По-моему, получилось очень романтично. Можно... сходить в гости или на свидание. Шелковый сарафан с ярким рисунком после выпускного можно носить хоть все лето. Например, с легким плащом и объемной сумкой. Или с джинсовой курткой и ярким палантином. Получилось вроде просто за счет джинсовой куртки, да? И в то же время я такая женственная, такая вот миленькая. Комплект с пышной юбкой. Платье с завышенной талией. Или шелковый сарафан. Выпускное платье может стать любимым нарядом и после праздника, если его правильно выбрать. Екатерина Беляева, Александр Анненков, Юрий Гвоздь, Первый канал.